Минувшую субботу в Иванове прошел открытый турнир по фигурному катанию на коньках «Край спортивный». Это первый в текущем сезоне соревнования на ледовой площадке. Обычно за год проходит около 8 стартов. В областной центр приехали почти 100 участников из различных регионов страны. Жаль, что, к сожалению, реже стали проводиться соревнования именно на этом катке. Нам очень здесь нравится, мы с удовольствием приезжаем сюда. Удобно, красиво, тепло. Вот детям нравится и родителям нравится приезжать. Поэтому давно не виделись. Мы давно не видели уровень фигуристов города Иваново. И вот первые впечатления, которые произвели дети, выступающие по разряду юный фигурист, конечно же, дети прибавили. Прибавили в своем мастерстве, прибавились результаты, прибавилась уверенность. Федерация фигурного катания на коньках в Ивановской области молодая. Появилась только в сентябре 2015 года. Еще не наработаны традиции, не выращены серьезные спортсмены. Но уже есть ребята, которым присвоен третий и второй юношеские разряды. Большой интерес к этому виду спорта. Дети хотят заниматься, очень много желающих, но, к сожалению, не всегда есть возможность всех принять. Сейчас в федерации 40 спортсменов. Для занятий фигурным катанием принимают детей в возрасте от 4 лет и старше. Хореография, растяжка, гимнастика, ледовые тренировки – обязательные составляющие тренировочного процесса. Спорт красивый, но сложный. Нередко сопровождается падениями и травмами. Надо к этому привыкать. Даже если больно падаешь, надо встать, потереть. И дальше пойти. Падать очень больно, нужно просто хорошо себя вести и очень хорошо прыгать и танцевать. Судьи начинающих спортсменок оценивают по всей строгости. Спортивный характер нужно закалять и воспитывать с первых состязаний, чтобы в дальнейшем дети умели бороться за победу. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.